Кстати, он не подписался на меня. Он, когда мы поссорились, он отписался от меня, как баба последняя. И до сих пор не подписывается. Прикиньте, вот. А, да я угораю, господи. Дядя! Он еще... Ой, ты столько донатишь, бля! Ты ебанулся, лудожоп, бля! Пи***ет, дядь! Меня твоя жена убьет скоро! Пи***! Давай. Ты говоришь, каждый килл 14к, чувак. Каждый килл... Окей, давай, каждый килл 14к. Давай, каждый килл 14к. Окей, погнали. Бля, слышишь, дядь? Все, я вас... Если бы мне так написали, ну, задонатили, у меня было в ноль. Офу тоже, и мне надо, короче, сконцентрироваться. Давай, давай, давай. В смысле, я включила, блядь, я же не включила. А, нет, я включила. У меня просто пиздец задержка, походу, идет. А, ну все правильно. Бля, я еще килл не сделал, меня убили, ебать. Все, погнали, давай, погнали. Ты, да, бля. Все, собрались. Погнали. Все, погнали. Каждый килл 14к, погнали. Хуйня, по оружию упало сразу же. Хуйня. Так, 14к, первый 14к, пацаны. О, мужик снова. Мужик снова, мужик сделал. Так, первый 14к. На самом деле, так интересно, как выглядят вот эти люди, которые кидают вот такие жесткие донаты. Так интересно, как они выглядят, и сколько лет, и чем они занимаются. Ну, просто не то, чтобы узнать, чтобы тоже так зарабатывать, а просто чисто интересно. Тут чел. Плюс 14к. 848. Я видела этот ролик, если что. Я видела. Блять! Спасибо, братан! Так. Лодожоп на ютубе есть? Он в казино. А, он в казино играет. Понятно тогда. Понятно теперь. Блин, надо посмотреть. Не забудьте, пожалуйста, написать в чате, когда я досмотрю вот это видео, что я зашла на его канал. Соси хуй, мудак! Вот, сука, блядь! Ладно, 4 килла, блядь, тоже нормально. Ааа, 4 килла, спасибо, удажёв, братан, спасибо огромное. Спасибо, удажёв, братан, спасибо. Стой, не так сразу. Давай так, берешь после доната топ 150к твои. 150к! Стой, не скажу сразу. Давай так. Окей, давай, 150к, если я беру топ-1, погнали. За Таноса я попробую сейчас топ-1 взять. Все, погнали. Надо будет как-то поиграть в Fortnite. Мне не нравится просто вот, как он выглядит. Просто посмотреть, что за игра. Я начала вот смотреть вообще, как я узнала про Fortnite. Вообще вкладки, типа, в этом, в Твиче. А потом от Пауэра. Вот все, так я не играю в Fortnite. Лама! Вот эти ресурсы все строить, это не мое. Так, найс. Минус пацан. Сосать! Да! Спасибо большое, братан, спасибо тебе огромное. Удажёв, спасибо огромное, братан. Пойди, я еще топ-1 не взял. Вот почему ты такой живучий, мудак? Павра сыграет потом. Я не собираюсь стримить что, потому что мне не нравится играть. Вообще, ну, игра Fortnite. Как она выглядит, вряд ли она мне понравится, если буду в нее играть. Она типа PUBG,
Только там ресурсы, вот это все строить можно. Ну, не знаю, это не мое. Чара, б***ь. Вот сука съебался, а? Сосать хуй! Минус. Да! Сука! Так, я размучиваю чат, можете... Ух! 150 тысяч рублей, пацаны! 150 тысяч рублей, бля! 150 тысяч, сука, 150 тысяч! Ебать! Здорово, поля. Дядя, 150 тысяч рублей! У меня такое чувство, как будто я, блядь, играл. У меня так очко сжалось, ты, блядь. Блядь. Еще и маски дали, найс, блядь. Блядь, пацаны. А это типа Челик снял свою карту, чтобы Дужоп скинул ему деньги? Серьезно? Да, сука, да, блядь. Тупо плюс 150к, блядь. А если я дожоп, прикинь, 15, ты скажешь, я пошутил, блядь. Не, уже 15к кинул, блядь. Блядь, плюс 150к. Ахаха, как красава. Ух, я в шоке, блядь, пиздец, у меня руки трясутся, блядь. Да, сука, 30к уже. Да, это настоящий донат, и видите, уже 167к собрано. Блядь! Да, блядь! Я смотрел, кстати, вот этот ролик перед сном. А потом мне приснился Пауэр. То есть он мне позвонил, я была на мероприятии, потом я приехала на такси домой. Что-то посмотрела там что-то в Ютубе, потом его посмотрела, потом еще кого-то посмотрела, и спать легла. Вот видите? Он еще 100к кинет сейчас, пацаны, вы охуеете, блядь. Охуеть, дядя, блядь. Я не знаю, что делать, я не знаю, блядь, что делать. Блядь, тебе надо машину заказать, блядь. Блядь, братан, блядь, спасибо тебе огромное. Он мне поставил челлендж, я его выполнил. Я сбился со счета. Да, да, достаточно, братан, спасибо тебе огромное, достаточно. Я тебе сейчас скажу, сколько ты занатил. Это 100к, короче. 100к ты занатил уже, братан. Спасибо тебе огромное. Хватит. Это что, писюн был его? Сейчас скажу, сколько ты занатил. Это 100к, короче. 100к ты занатил. Это типа писюн его такой или что? Ты уже, братан. Спасибо тебе огромное. Хватит. 100к тоже до денег. Реально, хватит. Так, я пошел за своим дошираком. Сейчас я вернусь. Я вроде бы выключила на этом моменте. Ёх! Спасибо, поверсли, поднялся. Писюн поднялся. Вон тащит. Я за дождиком сходил. Я думаю, ты теперь мне... Блин, спасибо, братан. Да все, хватит уже. Нормально, нормально, хватит. Артур, сколько доширак, говоришь, стоит? 200 рублей. Я думаю, еще на пару доширак. Доширак стоит 200 рублей. Если наш, у нас типа не доширак, у нас мивина называется. Если перевести на русский, это будет 15 рублей на ваш. Или 20 рублей где-то будет на русский. Сырака хватит! Реально, как будто писюн минус 2 сантиметра. Я вахую, блядь! Это не главное, это не главное. А все, жопись, вот теперь ты точно мне все отдал. То, что ты пошел в Танос. Спасибо огромное, все в чате, Лудожоп топ. Спасибо огромное, Лудожопчик, спасибо тебе большое, братан. Ебать, красава, блядь. Как мужик сказал, мужик сделал. Тупо плюс 150к. Просто 150к скинул. Спасибо, Лудожопчик, братан. Пиздец, еще 14к кинул. Охереть, я просто в шоке. Делает это. Хватит модных девайсов. Повернись ко мне задом. Давай нагибайся.